вот оно, красотень. Эти все ролики будут практически с Монтаны. Сегодня я ехала по большой части, пересекла границу Монтаны с утра. И так вот еду на 94-м фривее, потом 90-ка, сейчас я еду по 90-ке. Просто очень пейзажно, очень красиво. Это нужно, конечно, видеть глазами, камера все не передает. Но, тем не менее, да, что-то и видно. Лето, уже много домов на колесах. Люди путешествуют, люди кемпинг, по большому счету, кемпуют. Едешь по местам таким вот пейзажным, вы знаете, еще раз напоминает мне о том, что я не зря эту профессию выбрала. Я обожаю путешествовать по жизни. Вот это моя какая-то слабость. Я люблю вот что-то посмотреть интересное, какие-то места, какие-то городишки, селишки всякие. Вот мне это вот интересно очень. И вот эта профессия мне дала возможность сколько всего увидать, что это просто, ну, если бы я работала, как и раньше работала на фабрике, я бы никогда сколько не видела местов и прекрасных, таких как вот сейчас я вижу. Это просто супер. Здесь еще я проехала Йеллоустоун парк. У нас есть большущий заповедник в Америке, Yellowstone Park. И он знаменит очень на всю, ну, наверное, на всю землю знаменит Yellowstone. Это здесь, в этом районе он находится. Наезжаю на линию, оно чуть-чуть только к линии уже начинает сигналить. Такая система стоит. Иногда это аной. Аной. Не знаю, как это слово по-русски сказать. Назойливо, что ли? Назойливо, наверное. Да? Надоедающее или как? Не думая, вы сегодня попали со мной, да? В Монтану. Проехались.
участвую. Я длинные ролики не хочу записывать, а то, что загружается медленно.